Гость в студии. 16:10 на часах, студия НН-радио. Хоть и середина недели, а мы поговорим о выходных, точнее, об одном крупном и необычном событии, которое ждет всех нижегородцев в это воскресенье. Итак, 3 сентября в полдень в парке 1 мая пройдет первое в Нижнем Новгороде шоу «Близнецов и двойняшек». И у нас в гостях ведущие шоу «Близнецов один к одному» Константин и Евгений Лежнины. Привет! Привет, привет. Здравствуйте. И организатор шоу Наталья Шувалова. Наталья. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Итак, понятно, что на фестиваль близнецов соберутся одинаковые пары. Близняшки, двойняшки. Сколько вообще вы ожидаете вот таких парочек? Наверное, я начну немножечко рассказывать. Мы даже ожидаем не только двойняшек и близняшек, мы ожидаем еще и тройняшек. По крайней мере, два трио у нас уже заявлены. Поэтому это самое необычное, наверное, что у нас можно будет посмотреть. Заявлено примерно 50 пар. То есть 100 человек, ну, скажем так, одинаковых людей. Я очень надеюсь на хорошую погоду, и в общей сложности мы ожидаем около 300 человек. А как вы их приглашали? Бросали клич, личные знакомства? Соцсети имеют великую вещь, на самом деле. Это все через соцсети, и это по знакомым, по друзьям. Город оказался очень маленьким, поэтому о нашем мероприятии говорят уже давно, и я уверена, что будут говорить еще очень долго. Ну, то есть там будут только нижегородцы? На данный момент, да, так как это первое мероприятие, но оно будет ежегодным, это нижегородцы. На следующий год мы планируем, что нижегородцы, Нижегородская область к нам подтянется, но и очень бы хотелось, что через 2-3 года все-таки у нас будет российское мероприятие. Выйдем на новый уровень. Очень бы хотелось. Надеюсь, с вашей помощью. Итак, вот собрались одинаковые, как говорите, люди. Чем они займутся? Константин, Евгений, вы ведете этот праздник. Расскажите, чем вы их займете? Ну, во-первых, мы планируем организовать мероприятие с целью поднять настроение, для того, чтобы люди могли отдохнуть и при этом посмотреть не только друг на друга. То есть мы понимаем прекрасно, что очень много близнецов и двойняшек существует. Вот. Но так, чтобы собрать их вместе, это бывает крайне редко. И я думаю, что именно 3 сентября у нас получится сделать так, что люди посмотрят и поймут, что оказывается не только они близнецы или двойняшки, что есть еще рядом люди. Может быть, только познакомиться, в конце концов, да. Сделать общие фотографии тоже было бы неплохо. Хотим поиграть с ними, поговорить, познакомиться тесно, обсудить, на самом деле, есть ли у них такие же проблемы, какие есть у нас, как у близнецов. И, конечно, получить подарки, призы, потому что не просто так мы собираем людей. Ты сейчас говоришь, что ты хочешь получить подарки, призы? Нет, не я. Я хочу отдать. У вас их много. У нас много. На самом деле у нас их много, и хотелось бы отдать все. И надеемся, что все те, кто хотя бы заявился, я имею в виду 50 пар одинаковых людей, пожалуйста, приходите. А если придут незаявленные пары? С удовольствием всех принимаем, потому что у нас можно будет пройти регистрацию, потому что у нас там будут очень крутые подарки, на самом деле, от наших партнеров. Можно будет пройти регистрацию, если кто-то хочет это сделать, потом попасть на квест абсолютно бесплатно. И на самом деле у нас очень много партнеров, поэтому подарка хватит. Я думаю, что на большую половину наших близнецов и двойняшек, ну и просто на посетителей, потому что мы делаем семейный праздник. Мы не только собираем одинаковых людей, мы вообще хотим сделать семейный праздник и сделать его ежегодно. А какие три главные проблемы есть у двойняшек, которые вы будете обсуждать? Отвечает Константин и Евгений. Первое, наверное, это соперничество. Перебиваем друг друга, да. Да, и не даем говорить друг другу, и это сложно, когда ты работаешь в команде. И понимаешь, что твоя команда – это твой же соперник. Учитывая, что у него лицо такое же, как у меня, хотя мама об этом никогда нам не говорила, а у меня, как у него, соответственно, есть такой стимул шутить друг над другом, да? Кто из вас двоих красивее? Проблема? Это проблема, потому что мы любим шутить друг над другом. Проблема номер два и проблема номер три. Есть еще одна проблема, проблема соревнования, соревновательный дух. Да, там постоянно как бы… Во-первых, не то, что нас постоянно сравнивают. То есть один ведет себя лучше, другой ведет себя хуже, один делает правильно, другой неправильно. Это постоянно, это везде. И были моменты, когда мы даже выносили это на междуусобные какие-то войны. Но потом мы поняли, что в принципе я должен принимать его таким, какой он есть. Мне кажется, это вообще ваше преимущество. А я терпеть его таким, какой он есть, поэтому мы смирились. И периодически ходим в церковь. Это важно.
Отлично. С вашими проблемами разобрались. С тем, что будут делать близнецы и двойняшки, участники, узнали. А простые нижегородцы не одинаковые, такие одиночки, пришедшие туда. Обычные. Кроме того, чтобы удивиться и сказать, вау, что происходит вокруг, у меня двоится в глазах, чем их увлечете? Ну, прежде всего, они посмотрят, что есть вокруг не много одинаковых людей. Вот. Ну, придут и посмотрят. А во-вторых, мы пытаемся и будем проводить мероприятия не только для близнецов и двойняшек, для всех желающих. А может быть, среди этих людей будут очень активные ребята, которые просто пришли отдохнуть, и почему бы и нет. Или просто соседи по площадке, которые очень похожи и никогда не знали, что они близнецы. Может, кто-то придет со своей второй половинкой, и это тоже пара, потому что все-таки близнецы – это пара. И они заявятся в участники, да, почему нет? Они так похожи между собой. Вы знаете, у нас мероприятие все-таки будет более направлено на парные какие-то состязательные вещи. Это не эстафетного характера вещи. Бега в мешках не будет. Бега в мешках не будет, канаты тянуть не станем. Это будет больше творчества, это будет больше желания помочь нам рассмешить всех. И очень хотелось бы, чтобы все-таки и простые, не одинаковые нижегородцы, люди, да, появились на сцене рядышком и поучаствовали в процессе. А я в программе, вот, кстати, читала такую интересную вещь, что студия «Ералаш» проведет кастинг. О, да, ребят. Да, они сами предложили, когда они увидели, в первый же день увидели нашу рекламу, когда мы спустили пост, они предложили сами, потому что, говорят, нам это безумно интересно, и это будет проводиться кастинг. У них будет своя еще огромная фотозона, поэтому делать очень красивые фотографии, да. И там будет проводиться кастинг для близнецов и двойняшек, но я еще раз подчеркиваю, что Женя правильно сказал. Там может почувствовать себя звездой абсолютно обычный человек, не имея близнеца или двойняшку. Поэтому приходите, там будет масса интересных вещей, и студия «Ералаш» найдет своих звездочек, и потом просто будете смотреть и восхищаться. А вы же видели этого человека в парке, да. А он уже звезда, его показывают по центральным каналам. Наталья, вам вопрос как организатор этого мероприятия. Откуда вообще взялась идея? Вы-то вроде не вижу рядом с вами сестру-близняшку. Во всем виноваты вот эти двое, которые сидят рядом со мной, потому что несколько лет назад мы с ними подружились. Да, частенько. Они вас попросили, ну сделай, ну. Ну, да, ну давай нас, ну куда-нибудь, ну пропиарь нас, пожалуйста. На самом деле нет, это была моя идея, потому что когда я им предложила, я говорю, ребят, вот есть такая идея сделать шоу близнецов и двойняшек, когда я просто начала искать в интернете, есть у нас что-то похожее. У нас, скажем так, были мероприятия, менее масштабные, наверное. Да, вот сегодня в Верхней Верее читала, прошел парад, правда. Парад. Он у них проходит 4-й год, я тоже об этом читала, и когда начала искать, да, я это увидела, в других городах тоже есть, в Ярославле, по-моему, я смотрела. И мне хотелось сделать не парад и не фестиваль, это немножечко другое, мне хотелось сделать шоу, потому что, исходя из того, когда я начала придумывать это мероприятие, наши ведущие, они хореографы, они умеют прекрасно петь, не только танцевать, они талантищи во всем. Они, кстати, не знали об этом, что они сами в шоке. Они сами вижу удивление сидят на них тогда, ребята. Сейчас поэтому не они снижение. Те люди, это артисты больших и малых театров. Участники поэтому будут вместе с ними петь и танцевать. Однозначно, я тоже. Теперь, да, теперь мы еще и поем. Да? Ребят, ну а кроме хорошего настроения, еще какая цель? Есть какая-то? Главная цель – это семейственность, потому что мы поддерживаем семьи, не как бы и обычные, где просто 1, 2, 3 ребенка, и семьи, у которых тем более есть двойняшки, тройняшки, которые обладатели двойного и тройного счастья одновременно. У нас самое главное направлено на семейственность, вот и все. Но проект коммерческий? Абсолютно не коммерческий, у нас все это проходит... То есть, ребят, вам не заплатят? А нам не заплатят? Так и знал. Ну, я сказать же надо было. Я же билет бы взял обратно хотел. Есть еще время. Кость, Женя, такой вопрос к вам. Да. Ну, вы действительно очень похожи. Кто не верит, и на radio.info, видеотрансляция. Так вот, вы же можете хотя бы бриться по-разному. Почему у вас даже борода одинаковая? Нам запрещает Наташа Шувалова. Да. Я у них отобрала паспорта, я взяла их в рабство на это время. Я просто говорю, что одевались одинаково, брились одинаково. Дело в том, что в детстве у нас была одна проблема. У нас есть старший брат. За кем мы донашивали вещи? Ну как донашивали? Я донашивал. И получалось так, что когда он вырастал из чего-то своего, то одному доставалась поношенная вещь, а другому покупали новое. И очень часто нас наряжали в одинаковые вещи. И когда мы выросли, мы, конечно, старались быть абсолютно разными. Но ввиду того, что мероприятие именно направлено на близнецов и двойняшек, мы постарались максимально снова стать
быть похожими. Да, снова стать похожими, да. Это спасибо вам большое. Я уверена, это будет веселый праздник, как минимум. Очень хотим. Ну, понимаете, до 10 минут, да, мы здесь пообщались, уже можно понять, какие у нас будут звезды на сцене, поэтому приходите, всех ждем. Итак, 3 сентября, это воскресенье, в полдень в парке 1 мая вас ждут эти замечательные ведущие на празднике близнецов и двойняшек. Оставайтесь на волне НН Радио. Ребят, вам хорошего праздника. Спасибо большое за приглашение. Спасибо.